Его героев, трагизм неразделенной любви, чистая светлая грусть, ненависть к пошлости — все это не хотелось отразить в музыке. И ему это блистательно удалось. В 1983 году балет на сюжет чеховской «Анны на шее» с музыкой Добрынина был удостоен золотого приза 10-го всесоюзного телефестиваля. А через 3 года этот балет поставили в Неаполе на сцене театра Сан-Карло. И этот спектакль был назван лучшим спектаклем в Италии 1986 года. Ну, а мы, конечно, помним и любим телевизионную версию этого балета с замечательными артистами в главных ролях Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым. Ну и, конечно же, эту головокружительную тарантеллу. Когда его взяли силой, так он заплакал
и успокоился только от обещания родителей играть ему дома. Стихи Альбины Шульгиновой. «Колыбельная». Thank you.
главная тема его творчества – это тема женской судьбы. Женская тема, доля, судьба. С самого детства, сколько себя помню, я видел мир, отраженный в женщине. Военная деревня – это женщина. Детский дом – это женщины. Матери без сыновей, жены без мужей, сестры без братьев. Благодаря им я выжил, стал таким, какой есть, и долго еще смотрел на мир их глазами, через их заботы, слезы, труд. Меня поражало и поражает терпение, с каким они несут свою ношу, которую нам, мужчинам, может быть, и не стащить. Я много думал об этом и так или иначе рассказывал. Стихи Александра Володина. Простите. Oh!
фильма балета по рассказу Чехова «Анна на шее». Ленинградский режиссер Александр Белинский уже обдумывал мизансцены, примерялся к сюжету, но музыки пока еще не было. И неожиданно он услышал фортепианную пьесу Гаврилина «Это был вальс». Впоследствии этот вальс стал основным лейтмотивом балета, который скрепляет между собой отдельные сцены. И Белинский предложил Гаврилину не писать специальную музыку для балета, а использовать написанные ранее фортепианные пьесы, но оркестровать их и таким образом составить из этих музыкальных номеров балет. Гаврилину это показалось чудовищной авантюрой. Он не думал никогда вообще о создании балетов, к тому же в это время он увлекался жанрами, так или иначе связанными со словом, но Белинский был настойчив, и Гаврилин согласился. Так из оркестрованных фортепианных пьес и появился балет «Анюта». Удивительная предыстория. Казалось бы, случайное стечение обстоятельств, но как органично эта музыка вошла в чеховский сюжет и соединилась с хореографией. И главное, она необыкновенно точно соответствует и акварельному письму Чехова, и его лиризму, и этому тончайшему подтексту, который характеризует жизнь маленького провинциального городка. Вальс из балета «Анюта». Thank you.
слушая сердце. Странные какие-то говорят вещи. Пишите больше, пишите крупнее. Какая-то мания величия. Количество и крупнота помогут, мол, шире раскрыться. А я не хочу раскрываться. Я не ворота. Я не море, в которое впадают реки с громкими именами. Я маленький ручей, питаемый безвестными подземными ключами. И я буду счастлив, если какой-нибудь случайный путник набредет на меня. И я доставлю ему нечаянную радость и напою его влагой, какую он не будет пить ни в каком другом месте. Стонет сизый голубочек. Сегодня с уверенностью можно сказать, что этот мир, музыкально-поэтический, огромный мир, созданный Валерием Гаврилиным, продолжает жить. Его циклы вокальные, «Русская тетрадь», «Вечерок», «Немецкая тетрадь», «Военные письма», «Хоровая симфония действия», «Перезвоны» и множество другой прекрасной музыки живут и продолжают делать эту жизнь лучше. Из дневника Гаврилина.
искусство светоносное. Под его лучами начинает светиться все, что способно светиться в душе человека. Уберите источник, и померкла в душе. Но душа уже запомнила, что нужно для того, чтобы засиять вновь. И еще оттуда же. Музыка. Сердце мое, жизнь моя, не учи людей жить, учи любить, страдать и еще любить, и еще любить. Любовь останется. Остается, даже если человек уходит.
Ну, а нашу программу мы хотим завершить музыкой, в которой отразилась не только любовь, но и лукавая улыбка петербургского вологодца, или вологодского петербуржца, композитора Валерия Гаврилина. Шутка. Заслуженные деятельности, заявки на этом республике.
вечера все-таки любовь останется в сердце каждого из нас. Спасибо и до новых встреч!